Аутсайдер в опасной близости находится. Нужно убивать своего соперника, иначе будет очень проблемно. Танкзор, ну, увидимся в следующем раунде. Спайк тем временем, приемка точки Б, с Фантомом играет. Справился с Арчем. Ну, выиграть этот раунд — это вообще не проблема по факту для команды Singularity. Вот очень лайк поставить, скорее всего, команда Дежавю все-таки успеет. Врывается Дима, получает ментальный по голове, немножко не успел навестись точно на голову. Но это не проблема, так или иначе, 4 в 3 ситуации. По девайсам, конечно, все еще без проблем у команды Singularity. Все проходит здесь. Танкзор, последний игрок команды атаки, пытается забайтить его на выход из смока. Выходит он, получает инсайдер по голове. Но это ничего в этом раунде не поменяло. Кроме того, что по факту команда Дежавю просто повыбивала девайсы Singularity, а у Singularity там экономики хватит. Ну, я думаю, что на следующий... Там лоу-хиповый, я так понимаю, Бримстоун, который может попрощаться с жизнью в любой момент, как-то вот пытается выпрыгнуть. По-моему, Бримстоун у нас сейчас немножечко потерялся в трех соснах, потому что он прыгал-прыгал и никак не вываливался через это окно. На самом деле, под этот спайк сейчас просто очень будет выбить. Инлеер первого забирает, но, правда, Арч в размене сыграл неплохо. Грей нужно сейчас двоих убить обязательно! Грей! Как хорошо! Ну, право есть всегда. Как ну, бы, по факту они проиграют, какие? Да, они выиграют, выйдут на третью карту. Если бы это была последняя карта этого матча, поэтому вот тогда право не было. По факту. Ну, Грей хочет повторить сценарий отбора в First Strike, когда они на Ascent'е отобрались на мейн-эвент. Ну, посмотрим, инсайдер. Забирает Биском. В принципе, дальше продолжает аннигилировать своих соперников. Крабик на размене. Грей закрыто. Закрыто! 12-4. То есть у них тут есть возможность либо плент отдать, чтобы команда Дежавю спайк поставила и как-то потом пытается через ультимейт уже это выбивать все дело. Ну да ладно. Грей тем временем Танкзора убивает, уходит сразу за стену. Можно было бы дернуть рычаг, пока что этим заниматься не хотят. Ну и в принципе с командой Дежавю прям очень быстро на кроссфайре команда. Все это было потрачено командой Дежавю. Но и с другой стороны уйти оттуда они не могли. Тут две... Флешечки в размен полетело, сферу еще кинул Омен, команда защиты. Ну и Спайк никого, скорее всего, здесь просто не выпустит. Там еще Инлеер включился в перестрелку с Арчом и выиграл ее. Ну и вот он, Спайк. Флешка полетела, разбирается у нас с Динсом. Ну и остается всего лишь один игрок. Здесь Бист пришел, и о нем вообще информации нет. Арч вместе с Крабиком забирает всю команду. Team Singularity остается один Дима, который не успел на эту перестрелку. 1-2. Дмитрий Анатольевич, давайте за ним понаблюдаем. 20% здоровья, причем еще 8-7 там считанные секунды Дима остаются, покинется. Чтобы... Да-да-да-да-да, похилиться, подожди! О, Дима! Больно Грею, подхилить-то некому, Дима! Уже погиб, друзья, Биск! И вот это война прострелов какая-то. Ну, очень много времени тратится, Биск выходит, пока что никого не замечает. Инлайер делает, возможно, самое важное убийство в этом раунде. Спайк отмечается в киллбаре. 10-8. Теперь уже фокус внимания на правом фланге. Флешка залетает, поворачивается Илья. Промах нужно забирать. Арчи выигрывает эту перестрелку. Грей остается один, 56% здоровья у него остается. Забирает Арчи, ситуация 1-1. Начинается настрел, берется классный Грей! Грей, еще раз Грей! Я пытался там стену простреливать, никому не попал. К счастью, к сожалению, непонятно. Диму тем временем уничтожает прям очень быстро. Еще один прокат Биска не залетела здесь. Спайк его моментально разменивает. Пошла флешка. Тут... Двоих-то спалили, друзья. Спайк еще одного убил. И Спайк еще одного убил. Танкзор! Еще одного убили. Боже мой, что происходит? Сова, последняя, крабик первого хорошо зацепил. Второго, получится ли еще кого-то? Еще одного. Или нет? Или нет? Да нет, там не получилось. 3-1. Крабик, ну что, твой звездный час, парень. Давай, тащи, иначе пиши пропало. Дэш от джетки. Да, информация есть. Крабик все-таки шифтит. Нужно забирать в любом случае на главке своего соперника. Можно пасть кроссфайр. Это мансует. Все. Ну да, это все. 13-11, дамы и господа. Это победа команды Team Singularity. Как же потно, как же красиво, как же классно.